Страх меняет фокус. Страх неудачи, страх трудностей, бедности, страх неопределенности, отверженности, страх, боязнь, опасения. Что такое страх? Страх более коварный враг, чем сатана. Когда вы узнали, что кто-то болен и позже умер, не болезнь убила человека, а страх перед этой болезнью. Хорошая новость в том, что у нас есть друг, Святой Дух, который может помочь нам бороться с этим чудовищем под названием страх.